Да, привет, привет, ребят, всем. Так, напомню, мы вчера занимались поисками одного журнала, его нашли и возвращаемся обратно. Теперь, чтобы отдать этот журнал Реджи. Так что еще раз всем привет. Надеюсь, у вас там все хорошо работает, никаких проблем. Если что, пишите. Стоп, не отсюда телепортация. Ладно, погнали в театр. Посмотрим, какие приключения сегодня нас ждут. О! О, слушай, теперь можно и тут свободно. О, причем реально свободно погулять. Отлично. Свирепые демоны напали тут недалеко. Вы в порядке? Ну да. Стоять, тут что-то есть, или мне показалось. А, дерево можно изучить. Дерево сакуры. Действительно прекрасно. Я удивлен, что так много этих деревьев сохранились в Гинзе, учитывая все это развитие, которое тут продолжается в городе. Блин, ну выглядит реально классно. Еще бы тут разрешали взять машину и покататься, вообще было бы отлично, ну и хотя бы. К сожалению, нельзя бы это за пределами. Вы там живы вообще? Так, ну тут окей, перейти в другую локацию. Но нам не нужно сейчас. Дорогу не выпускает. Нет, только в мехе. Это особый имперский театр, театр за кулисами, что издается большим имперским театром. И к чему бы тебе не взглянуть самому? Серьезно? Что ж такое тут есть? Имперский боевой отряд. Они разбираются с демонами. На них всегда можно положиться, чтобы они защищали Токио. Так, ну и все. Стоять, еще этот чувак. Видел, как имперский боевой отряд сражался против демонов? Они были просто восхитительны. Чу, у, о, хрясь, жух. И демон был уничтожен. Забавный парень. Этот убогий маленький театр выглядит все более убогим с каждым визитом. Похоже, что у них нет денег, чтобы все исправить тут. Свеча имперского боевого отряда мерцает на ветру прямо. Последнее, что я слышал, они пытались совместный спектакль с Анастасией Пальмой устроить. Но они всегда были второсортными. Нет, скорее, третьесортные. Они думают, что обращаясь к знаменитости, решат все проблемы. И все же, это все будет лучше, чем обычные их детские выходки Бугага. Так, а это что за, да, ублюдки?
Кто это только что был? Президент GA VLOF. Большая шишка. Всемирная элитная оперная федерация. Люди называют их ВЛОВ для краткости. И он тот самый парень, который стоит на вершине всего этого. Мерзкий парень, мерзкий тип. И что ж такой парень, как он тут делает? Так. Это мне не особо нравится. Ну, тут можно про миду купить или еще что-то. Так. Ну, сейчас нужно спуститься в ангар. Кмема. Этот парень, который только что прошел мимо. Это президент G из VLOF, верно? Или ВЛОВ, господи. Да, ты его знаешь, Сакура? Ну, не то, что я его лично знаю. Но я определенно знаю о нем. Он тот, кто создал VLOF в первую очередь. Это примерно лет 10 назад, дабы противостоять демонам после битвы за Токио. VLOF, они также управляют всемирными играми боевых отрядов. Ну, знаешь, те, которые мы пытаемся выиграть. А, да. Я впечатлен. Ты действительно знаешь свое дело, Сакура. Хе-хе. Да, это просто общеизвестно. Ну, Сакура молодец. Что мне кажется, у нас будут проблемы с тем чуваком чуть позже сюжета. А, Седжеро. Ну что, привез товар, а? Я ценю это. Да, надеюсь, что ценишь. Это то, что ты хотел, верно? Манджо. Манджо от Микадзуки? Поверь мне, они очень вкусные. А ты не самый острый инструмент в сарае, да, Сейджера? Я просил тебя достать мне журнал. Что? Значит, ты это не хочешь? Я этого не говорил. Оставь их здесь. Значит, ты их хочешь? Эй, слушай. Как бы, людям жрать нужно же. В любом случае, как там дела у Кларис? Минус репутация. Ну, это стоило того или нет? Даже если я смогу починить сцену, чтобы она была прекрасной и шикарной, у вас не будет никакого представления без сценария, не так ли? Я тут допоздна сегодня буду работать, так что почему бы тебе не пойти и посмотреть, как там Кларис? А да, ты прав. Думаю, мне стоит пойти и проверить ее. Кстати, G-Flame, ты тут? Я понял, почему ты сказал вчера, пора останавливаться. Я даже не заметил это, пока на записи не проверял.
И вот странно, почему никто не написал. Я там оговорился. Или если кто-то писал, я реально не заметил. Так, Кларис, да? Ну, больше тут нет ничего. Ну, ладно. Ты еще кто такой, черт возьми? Убирайся отсюда. Ты про что? Да не, лучше про ничего. Если никто не заметил, это даже к лучшему. Оказалось, не только у Камачи проблемы с цифрами. Интересно, как там дела у Кларис? Я не хочу ее побеспокоить. Че, опять? Ребята, у вас все нормально или все-таки отвалилось? А, вот, все, вернулось. Так, пообщался с ней. Нет, это не сработает. Все равно умрут. Но внезапное спасение... Блин. Но внезапный спаситель... Кажется... Таким Deus Ex Machina. Это Камияма. Да, пожалуйста, входи. Ну, как сценарий? Получается? Есть прогресс? Ну, да. Небольшой. Блин, классный коврик. Ты не против, если я почитаю? Ну, конечно. Ну как? Замечательно. Прекрасная работа, Кларис. Правда? Какое облегчение, я так рада. Но все заканчивается клиффхенгером. Я хочу узнать, что будет дальше. Хорошо, я смотрю, что смогу сделать. Так, ладно. Мне, конечно, прискорбно оставлять на Кларис всю эту работу, чтобы она ее сделала. Может быть, мне вернуться в свою комнату и позаботиться о других бумажных работах, которые накопились. Сцена должна быть починена к завтрашнему дню. Все складывается действительно очень хорошо пока что. Такими темпами, возможно, нам действительно удастся все-таки все это провернуть в конечном итоге. Привет, Нотайм, привет еще раз всем. Окей. Пауза. О! Ребята! Анастасия стала ближе к нам. Это отлично. Мы идем правильным путем. Все хорошо. Продолжаем в том же духе. Адзами там бомбит в конце. Ну, мы как бы, да, постарались сегодня для этого. Так, что здесь происходит? Я целовала твои уста. Но твои губы
были с горьким привкусом. Может быть, это и есть вкус любви. О, так вот каково это видеть профессионала в действии. У меня мурашки аж по коже бегут. Ее движения такие грациозные, вплоть до кончиков пальцев. Мне еще многому предстоит научиться. Доброе утро. Что, с утра пораньше решили репетировать? Где же вы тут светитесь, да? Доброе утро, капитан. Ну, как актерские навыки Анастасии? Вы реально спрашиваете? Это нечто. Я хочу, чтобы я сама тоже так выступала. Если бы только Анастасия учила бы меня. Ну, она вчера нам дала пару указаний. Хотя, нормальный урок было бы еще лучше. Таких шансов не каждый день бывает. Нужно попробовать что-нибудь сделать. Ладно, тогда я попытаюсь попросить ее. Эй, Анастасия! В чем дело, капитан? Мне есть просьба к тебе. Ты можешь показать девочкам, как выступать на твоем уровне? Мне, конечно, жаль просить тебя об этом, но... Ну... Что, невозможно, да? Пожалуйста! Мы хотим быть как вы, Анастасия-сан. Это глупости. Невозможно. Вы никогда не сможете стать такими, как я. Капитан Камияма. Это правда, что им нужно отточить свои навыки. Вам стоит найти подходящего тренера как можно быстрее для них. Но это точно не буду я. Так, я сам их буду учить. Но нет более лучшего учителя, чем ты. Нет более лучшего учителя, чем ты, Анастасия. Ты лучшее, что мир может предложить. Пожалуйста. Ну, я польщена, что вы испытываете подобные чувства, но... Я прошу тебя. Мы должны сделать так, чтобы... Чтобы спектакль театральной дивизии имел успех. Пожалуйста, помогите нам. Мы все хорошо знаем, что сами, как бы, грубы по краям. Мы не хотим просто тащить на дно это шоу. Пожалуйста. Ну ладно. Я как минимум дам вам основные инструкции. Правда? Большое спасибо. Но я буду довольно строга, однако. Поняли? Никаких проблем. Может, это не похоже, но я могу прорваться через все, что угодно. Вот теперь это другой разговор. Я в деле. Это же отлично, да, Сакура? Ну, рад за тебя, Сакура. Это все благодаря тебе, Камияма. Большое спасибо. Уговорили. Так. Окей. Привет, привет всем. Так, ладно, давайте продолжим. Я уверен, что все извлекут выгоду благодаря профессиональным напутствиям Анастасии. Да. Мы сделаем это шоу. Мы сделаем это представление действительно запоминающимся. Итак, что ж дальше? О, новое сообщение. У меня есть задание для тебя, Камияма. Встреться со мной в офисе. Задание. Я собирался пойти и проверить, как там Кларис. Думаю, лучше позаботиться об этом сперва. Это была менеджер Канзаки? Она что, решила сильнее нагрузить тарелку? Да. Можно и так сказать, наверное. Мне нужно пойти и увидеться с ней в ее офисе, чтобы узнать все подробности. Ну, погнали. Флаг смерти на обеих. Какой ты добрый. Пожалуйста, ходите. Это я, Сейджо Камияма.
Я хочу, чтобы ты нашел самые горячие точки, где собираются люди вокруг Гинзы. Ты понимаешь, почему? Ну, когда вы хотите что-то продвинуть, лучше всего делать это там, где есть очень много людей. Вы к этому клоните, верно? Ты наполовину прав. Что касательно другой половины, дорогой Камияма, я бы хотел, чтобы ты побольше узнал о Токе. Для успешного продвижения лучше всего ознакомиться со своим окружением. Узнать больше про Токио? Хорошо. Я понимаю. Я пойду посмотрю, что смогу выкопать. Удачи, Камияма. Положи мне, когда у тебя будет вся необходимая информация, которая нужна тебе. Хорошо. Информация о Гинзе. Думаю, я спрошу всех остальных, что они думают. Доп-диалоги опять появились. Отлично. Так, в бане ничего не происходит. Слушайте, ну в бане... Да. Стоит заходить туда изредка все-таки. Может иногда триггернуться какой-нибудь ивент. Давайте сначала к Каору. Да? Это я, Каору. Камияма? Да, пожалуйста, входи. Камияма-сан. Камияма-сан, вы вовремя. Мне нужно попросить вас об небольшом одолжении. Шинаноме-сан попросила меня принести в ванную свежие наборы чистящих средств. Вы не против заняться этим заданием и сделать это ради меня? Ребят, что мы говорили про баню? Вот как раз вовремя. Хорошо, я понял. Значит, мне нужно эти чистящие средства принести Хацку? Да. В лавке должны быть. Так что просто пойди и возьми их и отведи. И просто пойди возьми их и принеси их в ванной комнате у Хацку. Итак, чистящие средства. По идее, находятся в лавке. Нужно отнести их Шинаноме в баню. Верно? Она хочет начать уборку должным образом немедля. Так что не мешкай, пожалуйста. А, стоп, че? Привет, Илья. Так. На тайминг я не соглашался. А, слушай, это не Камияма. В чем дело? А, Комачи. Я слышал, что у тебя есть моющие средства, чистящие средства для меня. А, ты выполняешь задание. Так. Короче, ты молодец. Вот, держи, Камияма. Спасибо. Купи что-нибудь еще в следующий раз. Обязательно. А блин, может во время разговора вы остановили бы таймер? Есть, успел. Хорошо. Так, моющие средства теперь у меня. Мне стоит отнести их как можно скорее Хацку. Хоши Хацко здесь нет. Она еще не пришла? Может быть. М? О, я слышу какой-то звук из бани. Неужели это она? Наверное, она уже начала уборку. Ну тогда... Ребят, что мы сделали? Лучше спросить сперва. Я отнесу ей чистящие средства. Ладно, думаю, мне стоит как можно быстрее отнести ей чистящие средства. Эй, Хацко! Капитан! Какого черта вы делаете?
Ублюдок! Я это... Какая удача! Ты просто загляденье, Хацуко! Какого черта вы несете, извращенец? Валите отсюда сразу же! Немедля! Хорошо, хорошо. Но я не могу так легко от нечто подобное уйти. Ты просто прелестна! Прелестно? Или за гранью прелестного? Так что, пожалуйста. Брось, брось мне больше костей, Хацуко! Блюдок! А ну, не... А ну, не смей там думать о всяких разных мыслях, тупица! Я ни о чем не жалею. Прости. Я просто пытался принести эти чистящие средства. Решил заглянуть и подглядывать, пока я там находилась. Я-то думала, что Каору их сюда принесет. Прости. Ой, да заткнись! Просто забудь то, что ты только что видел. Черт. Это того стоило. Почему из всех людей это должен был быть именно ты? Так, Витами... Ну, Вильдион, да. Лучше нет. Но я буду как бы пытаться, если там маленькие быстрые фразы, то я буду их. Если нет, то нет. Ну, ребят, это того стоило или нет? Она, правда, злится, но в душе ей это понравилось. Она не против. Хацуко, какое самое оживленное место в Гинзе? Откуда я знаю? Окей, прости. Она не в духе. Так. Ладно, ладно, все. Блин, но вот мне нравится, что анимации тут хороши даже вон, так сказать, в халтурные моменты. Хотя халтурный момент не совсем правильный. Короче, когда вот просто сидят вот так. А то в некоторых играх там вообще ничего не происходит. Или такая рвань. Очень приятно видеть такое. Так. На первый этаж. Так. Ну, надеюсь, это вас немного развеселило и подняло настроение. Оп, стоит. Слушайте, там какой-то ивент в городе с Хироми, походу. Так, нужно будет обязательно ее навестить. Я только за. Так, давайте заведем к Анастасии еще, может, у нее ивент. А то, как мы заметили, иногда есть события, даже если они не указаны на карте. Эй, Анастасия, ну, прости, ты была посреди репетиции? Я как раз собиралась сделать перерыв. О, тогда отлично. Знаешь, мне тут было интересно. Ты много знаешь о Гинзе? Гинзе? Посмотрим. Ну, я хожу на прогулки по городу. То тут, то там. Однако, все еще есть довольно очень много неизвестных для меня мест. Ну, так и думал. Ты же только пришла сюда, в конце концов. А что вы спрашиваете, капитан? Да я просто пытаюсь понять, как прорекламировать, продвинуть театр более эффективно. Это помогло бы мне найти место, где... Это помогло бы мне найти место, где обычно собираются люди. Ну, понятно. Простите. К сожалению, я не смогу сильно помочь. Да, не беспокойся ты об этом.
Но если столкнешься с каким-нибудь местом, подходящим по всем статьям, просто дай мне знать. Подмечено, капитан. Простите, я больше ничем не могу помочь. Но я обязательно дам вам знать, если я найду такое место. Окей. Так, ну... Блин, вот в этом ивенте с Хацуко мне еще понравилось, что ГГ как бы... Хоть мы выбрали вариант зайти туда, он не повел себя сразу, как Ояши, и такой... Ой, прости, я валю отсюда, все. А наоборот, типа... До конца идет... Сохраняет, скажем так, лицо. Что? А, хорошо, спасибо. Нет, новый оппонент. Кстати, давайте поговорим с... Как вообще? Прекрасное утро. Нет. Хорошего утра тебе, Камияма. Доброе утро, Какуши. Я решил остаться в этой области еще на некоторое время, Камияма. Я, скорее всего, буду очень часто посещать это место. Надеюсь, ты не возражаешь. Да мы будем очень рады, если вы будете здесь. Так, тут на выжим. Пока я нахожусь рядом, я бы хотел бы провести некое время, изучая Гинзу. Дайте мне знать, если вас заинтересуют какие-нибудь места, чтобы представить их мне. Я понял. Я обязательно укажу вам путь в правильном направлении. Эх, я здесь и сам пытаюсь сейчас собрать информацию. Стол перевернулся прямо по кругу и указал на меня. Опять. Окей. Наверху. Ашер Крашер. Здрасте. Привет, Иски. Сегодня ты опять пришла пораньше. Ну, конечно же, настоящий фанат имперского... Настоящий фанат выступлений имперского театра встает каждый день на рассвете. Спасибо. Ну, поскольку ты такой большой фанат, тогда, может быть, ты... Знаешь ответ на этот вопрос? Я ищу хорошие места для продвижения имперского театра. Поэтому не знаешь ли ты случаем какие-либо подходящие места? Продвижение? Ну, оставьте это на меня. Так, продвижение... Значит, вам нужно место с большим количеством людей, верно? О, я знаю. Как насчет парка развлечений на крыше этого супермаркета Гинроку? О, точно. Это же прекрасное место. Спасибо за наводку, Ицки. Ой, да ничего такого.
как каждый раз, когда у меня появляется возможность помочь театру, я прямо так загораюсь. Окей, есть. Я подумал, что появится сразу сюда. В чем дело? О! Ребят, настало время... Не, забудьте, голосования не будет. Хотя, ладно, ладно. Я думаю, что нет смысла, но все равно. Берем Анастасию. Собственно, да. 1, 2, 3, 4, 5. Слева направо, сверху вниз. 4, 4. Так, пятерка, единичка. Четверка. Ну, как бы да. Трое. Ну вот, вот и выделился Фуво. Ой-ка. Короче, понятно. Это самый последний товар. Ну чё, мне завернуть его тебе? Конечно, купить. Ну, кстати, да, второй уже есть, так что да. Большое спасибо. Что? Анастасия? Кабуки-энтузиаст? О, она мечтает однажды сама сыграть пьесу Кабуки. Чтобы отточить свои актерские навыки. Вы должны идти по стопам великих людей. И изучать. Как-то так. А, стоп, еще диалог-то. О, знаю. Спрошу Комачи. Здорово, Камияма. Откуда ты? А, прости. Я не хотел заставить тебя врасплох. Но... Ты не знаешь самые людные места в Гинзе? Да уж, это действительно внезапно. Но... Если что-то и сказать, то это... Точнее, если предложить какое-то место, то это... Гинза... Йокочо. Там... огромное количество отличных заведений... И всякого прочего. Я и сама там бываю довольно часто. Там, если немного поторговаться, то ты сможешь получить действительно очень вкусные вещички, которые можешь положить себе в карман. Это просто рай. Мне бы самому хотелось бы... увидеть тебя в действии, Комачи. Так, свидание с Комачи будет или нет? Это намек или как? Ну, с этим я помочь вам не могу, Камияма. Лопает. Я выжил, поздравляю. Это как? Да, у него оборот, конечно, веселый. Короче, в наши дни, как только они видят, что я иду к ним, они захлопывают ставни. Так. Воу. Наверное, ты слишком хорошо там поторговалась.
Да шучу я, Камияма. Ты должен давать отпор, что-то типа... Ну уже, да ни за что! Ну уж, да ни за что! Вот это дух! Однако немного поздно. Сорян. Ну, G-Flame, приятного тебе. Так. Я, наверное, сначала пойду к Кироме. Потом дальше по именно зеленым отметкам, которые сюжетные. А, Камияма, добро пожаловать. Здравствуй, Хироми. Могу я с тобой поговорить кое о чем? Говорит со мной? Конечно, конечно, о чем же? Да я собираюсь сделать небольшое рекламное продвижение для театра. И мне было интересно, знаешь ли ты какое-нибудь хорошее место? Продвижение? Дайте подумать. О, как насчет кафе? Есть одно место, которое называется кафе Жиль-Дюле. В наши дни об этом только и говорят в городе. Время от времени я сама захожу туда. Их пирожные и кофе. За них умереть можно. Значит, тебе тоже нравится различная выпечка? Именно. Хорошо это знать. Спасибо, Хироми. Никаких проблем. Удачи вам с продвижением. Я не знаю, правильно ли я произнес. Но я старался. Так что не бросайте слишком сильно камни в меня. Не в лицо, главное. Можно в живот. Так, ну тут как бы больше делать нечего. Скорее всего, повторение. Я купила так много книг сегодня. Какой мне начать читать? Понятно. Блин, ну вот эти переходы, как бы, ну, мне они нравятся. Они молодцы, то, что решили сделать вот их в стиле персоны. Потому что, по сути, такие переходы, где у нас были, в персоне и Tokyo Mirage Session, что-то похожее было. Кстати, вот Tokyo Mirage Session как раз-таки что-то схожее по атмосфере имеет. Причем там, только там как бы более современный мир, но тоже такая яркая, цветастая гамма, так сказать. Приятная. Так, что у нас дальше? Собственно, Адзами и Сакура. Погнали, сначала к Лали. Слушайте, что будем делать, если будет вариант ответа у Адзами? Будем ее троллить или попытаемся вести себя адекватно? Матвей, вроде бы работают там пару человек, потихоньку делают. Проблема там оказалась в том, что... Ну, короче, они перепаковали всю игру немного по-другому. Поэтому, к сожалению, проблема все-таки. Распаковать они смогли, а вот запаковать обратно проблематично. Адекватно троллить. Отлично.
Просто отлично. Адзами, ты там? Для яма? Гора? Это что-то снизу, что ли? Это Камияма. Это произносится Камияма. Не знаю, если бы я назвал бы себя горой, однако, но... Нет, неправильно. Я сделал что-то не так? Азами, ну же, это же я, Сейджер Камияма. Ладно, входи. Отлично. Спасибо, что впустила. Но только в этот раз. Обычно я не пускаю сюда людей без пароля нить. Ты мой капитан, так что тебе лучше запомнить об этом. Окей, прости. В любом случае. Значит, это комната Адзами. Мне нравится вот этот татами. Мне нравится этот татами коврик. На них, кстати, так удобно лежать. О, вы знаете свое дело, капитан. Дремать на татами. Просто отлично. Вы тоже можете полежать какое-то время, если устали. О, отлично. Давайте. Эй. Ну уже пошли. Спасибо, но сейчас я пас. Кстати говоря, я хотел спросить, ты знаешь какие-нибудь людные места, в частности, в Гинзе? Людные места? Ничто, ничего не приходит на ум? Хотя мне стоило догадаться, что такой ниндзя, как ты, будет стесняться, точнее, да. Будет стесняться и держаться подальше от людных мест. Это неправда. В толпе еще легче смешаться с людьми и спрятаться. Ну, полагаю, в этом есть смысл. Ну и какие есть хорошие места для... И какие есть хорошие места для подобного? Одори. Одори? Ты имеешь в виду Гинзо Одори? Да, там очень много магазинов. Я там покупаю парочку манджу и данго. И ем их, пока иду, пока хожу. Таким образом, я сразу прямо растворяюсь в толпе. Звучит так, как будто ты просто идешь взять покушать. Неправильно. Это операция под прикрытием. Ой, да не говори. Ладно, давай остановимся на этом. Ей. Ну, как вам комната, Адзами? Гинзо Одори. Там всегда... многолюдно. Я могу прямо весь день жевать, короче, манджу или дангу, пока я гуляю.
Комната огонь. Угу. Ну. В этом что-то есть. Но я точно не хочу такое. А зам едва ли хватает места для того, чтобы прогуляться здесь. Что-то это напоминает мне о моей каюте. Еще на марше Тен. Не, ну смотри, насчет спать, вот. У нее есть футон, я вижу. О, смотрите, там еще фрукты какие-то. Плюшевые. Отлично. Господи, в чем проблема? Ты G-Flame пробовал, как я понимаю, когда был в иконе. Так, зайдем к Кларис, кстати. Мне стоит оставить Клариса сосредоточиться на сценарии. Я спрошу остальных о Гинзе. Окей, логично. Так, значит, нам сейчас нужно к Сакуре. Она что, на втором этаже? О, отлично. Ну, GFM, ну, круто, круто. Значит, как минимум ты из опыта говоришь. Эй, Сакура. Может, ты имеешь как, хоть какое-то представление? Знаешь ли ты... Где может быть самым оживленным местом в Гинзе? Оживленные места? Как насчет Микаса? Как насчет мемориального парка Микаса? Мемориального. Я все время хожу туда для репетиций. Там ты действительно можешь столкнуться со всякими разными людьми. Люди там бегают в округе, дремлят. Едят, плачут, смеются, поют. И иногда даже можно увидеть парочек, которые там проводят время вместе. Так что ли? Это намек сейчас был, да? Понятно. Это действительно похоже на очень хорошее место. Спасибо за помощь. Конечно. Это как бы все? Что ты имеешь в виду? А ничего, не беспокойся об этом. Хе-хе. Окей. Ну, я собрал довольно много информации, которую мы могли бы использовать для рекламного продвижения. Думаю, мне стоит вернуться обратно к Сумере и доложить ей. Ей. Да, но мы сможем посетить эти места? Или только поговорить о них сможем? Сакэ примешь, и на татами тоже удобно. Ну, после сакэ... Свобода, подчеркивание, Коксозы подписался на премиум.
Свободи, спасибо за подписку на премиум. Так. Ну что ж. Теперь у меня есть кое-какие зацепки. Может быть, мне следует доложить об этом Сумере? Да. Больше-то делать-то нечего. Хорошо. Настало время отчитаться. Кто это? Мэм, это Сейджиро Камияма. С докладом по вашему приказу. Пожалуйста, входи. Да. И на этом мой доклад заканчивается. За такое короткое время ты многое узнал. Отличная работа, Камияма. Спасибо. Ну, что ты думаешь? Теперь ты знаешь только намного лучше, верно? Ну... Ну, немного. Лишь немного. По крайней мере, я чувствую себя больше этой тарелки. До сегодняшнего дня я воспринимал Токио только как абстрактную цель. Но цель, которую я должен был защищать. Но сегодня у меня появился шанс узнать о различных людях и местах. Тихо. Да. Но сегодня я получил возможность увидеть различных людей. Точнее, узнать о различных людях и местах, которые живут в этом городе. Когда я увидел это помогло мне испытать чувство, как будто я не просто защищаю кого-то, а то, что я часть этого общества. Это хорошо. Если это тот опыт, что ты получил, тогда миссия выполнена. Ты понял, Камияма? Капитан цветочной дивизии должен чувствовать связь с Токио. В то же время капитан должен быть любим людьми Токио, иначе вы будете являться чемпионом публики только по титулу. Я понял. Я продолжу стараться и вкладываться во все сто, чтобы быть достойным капитаном. У меня большие надежды на тебя, Камияма. И как всегда, продолжай рекламную кампанию. Да, привет, привет, ребят. Так, и что теперь? Ну что ж, миссия выполнена. Я запишу места, о которых мне подробно рассказали в моем телетроне. Еее, ребят, все-таки эти места доступны для того, чтобы мы пошли туда. Может, мне проверить их позже? А пока что я бы хотел пойти проверить, как там дела у Кларис. И мне интересно, как там сценарий продвигается. Может быть, я зайду к ней в комнату и выясню. Так, стоп. Я возглавляю большие надежды на тебя, Камияма. Как всегда, продолжай рекламную кампанию. А теперь не стесняйся возвращаться к своим обязанностям. На этом мы закончили. Так, ну Кларис подождет, верно? Погнали, посмотрим эти места. Так, правда, мне перерывчик нужен.
Эй, блин, нет, мы сейчас не можем пойти посетить эти места. Ладно, тогда давайте сделаем тут небольшой перерыв, и продолжение следует. Так, надеюсь, у вас там все хорошо, вам не слишком скучно. И что я хотел сказать, забыл. Ну и увидимся после перерыва.